Привет, дорогой зритель! Сегодня 23 января 2042 года. Пишу тебе из будущего. Хочу поделиться с тобой важной информацией. 108. Я долго думал над тем, стоит ли говорить такие очевидные вещи, и пришел к выводу, что определенно стоит. Сейчас, в 2042, самое главное, что есть в жизни каждого человека, это оценка его поступка. Оценивается все. И не спрашивай как, кто контролирует этот процесс, какой алгоритм оценивания, какая система. Я могу лишь сказать, что все дело в одном чувстве, которое есть абсолютно у каждого человека. Это чувство совесть. Говорят, что в начале 2020-х это чувство вовсе оказалось на грани вымирания, но нашлись люди, которые сберегли его, и самое главное, у них получилось донести смысл этого чувства до следующих поколений. Каждый поступок, будь то поход в магазин, выполнение своей работы, помощь другим или отказ от этого, все оценивается. Сейчас, в 2042-м, и это самое страшное для нашего поколения, мы можем смотреть на свою прожитую жизнь, мы можем оценить каждый свой поступок, каждый прожитый день имеет свою ценность. Также мы можем оценить прошлые жизни своих родственников, и это пугает. Не буду вдаваться в подробности, это все-таки наставление, а не выборка статистики. Скажу, что максимальный балл за каждый прожитый день 120. Также добавлю, что еще 20-30 лет назад мы очень ошибались. Была такая поговорка «нельзя прыгнуть выше головы». Сейчас, в будущем, она была полностью опровергнута. Оказалось, что еще в те времена, всегда, каждый человек мог получить 120 баллов за свой прожитый день. Таких людей были тысячи. Выдающиеся художники, спортсмены, паралимпийцы, звезды кино. Все, кто на собственном примере показывал, что нет ничего невозможного. Все отличие в том, что раньше людей оценивали другие люди. Сейчас, в будущем, это делает совесть.